Всем привет, с вами интернет-ресурс megaobzor.com. И сегодня мы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Svan, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами компьютерная клавиатура с достойным звучанием и приятной ценой. Модель APG39MV. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составлен на основе данных сервиса Яндекс.Маркет на нашем сайте megaobzor.com, в текстовой части обзора. Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя сами наушники, переходник мини-джек 3,5 мм, съемный микрофон и документацию. Стильный и современный дизайн устройства сумеет привлечь внимание большинства покупателей. Качество сборки материалов у нас никаких нареканий не появилось. На металлических чашках динамиков нанесен логотип. Понравилось то, что конструкция регулировки высоты наушников также металлическая. Оголовье отлично гнется и прикрыто мягкой вставкой из кожзаменителя. Сверху нанесена надпись Svan. Наушники не давят на голову даже при длительной игровой сессии. 50-мм динамики прикрыты амбушюрами из кожзаменителя. В них проделаны небольшие отверстия, позволяющие не запотевать ушам. Кроме того, амбушюры создают отличную шумоизоляцию, что дает возможность не отвлекаться от своей любимой игры. На левой чашке динамика можно увидеть разъем для съемного, регулируемого по всем направлениям микрофона. Чуть ниже вынесен несъемный кабель для подключения к компьютеру, который в прочной тканевой оплетке, и он достаточной длины. Комплект поставки также включает в себя специальный переходник мини-джек 3,5 мм. Понравилось то, что Svan APG999MV можно использовать даже в одной паре не только с компьютером, но и, к примеру, с вашим смартфоном. Разработчики отдельно вынесли на кабель блок управления с барабаном регулировки громкости и включения-отключения микрофона. Теперь о самом главном – качестве звука. Звуковая составляющая неплохо настроена и отлично показывает себя в различных играх, однако недостаточно для тех, кто любит слушать музыку. Нехватка низких частот не позволяет услышать четких и насыщенных басов. Средние и высокие частоты хорошо выстроены, что дает возможность расслышать даже малейшие звуки в своей любимой игре. Однако хотелось бы увидеть больше диапазона громкости, которого не хватает. Если говорить в целом, качество звука вполне приемлемо для использования данного устройства в компьютерных играх. Если вы не меломан, то данные наушники вполне можно использовать в одном тандеме с MP3-плеером или смартфоном для прослушивания музыки. Микрофон отлично подойдет для общения со своими друзьями через различные мессенджеры и голосовые чаты. Голос передается четким и без всяких помех. Подводя итоги по Svan APG999MV, следует отметить, что перед нами неплохое решение для тех геймеров, которые ищут для себя игровые наушники с хорошим соотношением цены и качества. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, неплохая звуковая составляющая, съемный микрофон, наличие блока управления на проводе и, конечно же, доступная цена. Из минусов может не понравиться нехватка низких частот и уровень диапазона громкости. С вами был интернет-ресурс megaobzor.com. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы обязательно стараемся ответить на все ваши вопросы. Всем спасибо, всем пока-пока.